к этому конкурсу сподвигла меня моя дочка. Она участница конкурса красоты модели Рязани, мини-мисс в номинации. Вот. И когда мы в интернете вместе увидели, значит, кастинг вот на этот конкурс, она говорит: «Мама, почему бы тебе не поучаствовать?» Ну, я не отказалась, в принципе. Очень довольна, что я стала участницей этого конкурса. Что он вам сейчас уже дает? Ой, он уже столько дал, много эмоций. Ну, во-первых, у нас очень много проводится уроков. Уроки дефиле, то есть это походка. Даже на работе уже говорят: ты как-то не так стала ходить. Вот, уроки актерского мастерства, как себя показать красиво. Ну, не только на сцене, но даже и в жизни очень даже помогло. Во-вторых, нам предоставили ходить в тонус-клуб, то есть заниматься собой, своей фигурой, своей красотой. И вот этот клуб, действительно, я поняла, почему он назвался «Тонус». После него хочется, ну, совершать подвиги, летать, скажем так. Даже дома, к кухне раньше я относилась как необходимости. А теперь у меня 3 блюда на все. На первое, второе, третье. То есть даже хочется, ну, как бы готовить.